Amaga salamayız bu Chrisler. Days Gone oynaşlar. Devam etemez. Cep kaldı ya. 120 metre. Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в 10-м горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты — взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Vurgat yaptım yani. Bir slidit alayım. Aha. Вот и хорошо. Смотри. Видишь, оленей помет? Свежий. Ну да, вижу. Ведут туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Смотри. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в 10-м городе, с оптическим прицелом разберешься. Возьмем, да, Коуп, уж разберусь как-нибудь. Не спеша, не спеша. Я что ты иди. Попал. Четко. Если желание добиться. А, черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил. Он теперь быстро ослабил. Главное выследить. Ага. Видишь кровь? Присмотрись. Да, вижу. Он охотится? Иду. Он уже ослабел от кровопотери. Скоро свалится. Я думаю, мы вот увидим его душу. Да. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Он еще с отцом своим на оленя ходил. В общем... Он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. Но в целом, неплохо. Для новичка. Ну, спасибо. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Эй, винтовка, а не пушка. Бусфанс. Задание выполнено. Ты что-то ищешь? Мэнни, я тобой все еще недоволен. Нас тут начали на вид. Мы завтра в какого сам будет. Надо чего? Завтра. Прикинь, водище без топлива остаться. О, фильтр собрал там. Двигатель. Термин кис. Сейчас завернем. Форматить. Выпуск. Кофри. Бензобак. Рама. Закись азот. Шины. Здесь бензобак. Кульфача.
клевая штука. Алдыч. Рама. Резерлик. Отлично. Что-то еще? Закись азот. Вернатлетики. Шина. Ага, отличный выбор. Плюзан. Хомади. Фара, колесо. Хлопная труба. Передний крыло. Кожух. Это хорошо послужит. Помада тут? Нам все время не хватает инструмента. Окраска. То одного, то другого. Охо. Ладно, козырь клянс. О, вон доллар. Окей-ка. Вот было шарта вас взгляд. Будет что-то нужно, скажи. Увидимся, Дик. Столько грязи. Эй, ты прям сюда зачастил. Здорово, Мэнни. О, блесну нашел. А что уберли, друзья? А что, алынды ма, алынмак тетим. Фехтевал шик. И наносит больше урон холодным оружием, кроме запаса сапожного ножа. Как дела, Бухарь? Да нормально со мной все. Слушайте, у нас молодой пас, нам маленький надо быть. Ты из Rocket Japan Bike? Да, правда. Как-то... Что это ради вы? Попробую там по дороге раздобыть тушу. Да с этими роты дают. Что нужно делать? Коуп меня кое-чему научил. Хочешь верь, хочешь нет. Шуты что ли? Спасибо тебе. До скорого. Ладно, надо раздобыть мясо. Олень. На этих животных мясо кончается. Я теперь выкину. Я на вертолет. Сколько нам тут еще торчать? Я только начал, так что остынь, ладно? Все, мне надо работать. О, Брайан. Походу нашел. Совсем лишь метр. Проникнуть на площадку мира. Следовать за О'Брайеном. Белгиловаланс. Брайан Нортон. Сколько потребуется, мне
Пачка с холда, Архада. Да, все чисто. Да, ну вот там баранс. Чалгат шире вам, Марсин. Там какой-то шум. Ворушитки. И... Морхай харап помысл был. Исходя из размеров рои, можно предположить, что это свежий пад. Это где-то здесь. Черт, где же он? А, вот он. Саня. Ворушитки. Поговорить с Брайаном. Ну, по крайней мере, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол Нера 2.7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намадов, ну, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой. Да. Живой. Как? Как ты выжил, О'Брайен? Что? Я не понимаю. Короче. Анах, три холдинга, О'Брайен. Фермали. А потом в лагере беженцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили. Там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай. Я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться у фриков в кишках. Или зачем ты там сюда приперся. По-плохому... Я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно. Хорошо, хорошо. Ну, вспоминай, на крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. На радар Айалы вертолет мне сейчас гандили. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все лагерь беженцев, беженцев, Калбарасан. Ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что был на пире, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силверлейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Тихо, я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем, топай. Нельзя, не надо. Ты их не знаешь, они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас и огреб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь, я ее спас. О'Брайен, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь... Знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломаю. Нет, ты любим бы смерть помолосами. На шармышке вроде. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных.
задание выполнено. Охотиться на животных. Мясо кончается. Брайан выжил. Как он мог выжить? Их же послали на юг. Тейда. Он включил ей кислород, поставил капельницу, он не дал ей. Барабар уляда. У нее было заражение крови, она бы не выжила. Но он отвез ее в полевой госпиталь. Он спас ей жизнь, я так сказал. Он спас ей жизнь. Может, она еще. Она. Нет. Но О'Брайен жив. А если он. Тогда может быть. Ох, ойлап тұрсам. Пора обедать. Борынымыз халқына. Бұл мені халқылшы деп отыр. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Теперь еще надо. Повар. Яхши. Жаңа шаңыз. Отнесу в какой-нибудь лагерь. Жаңа беші бөтті жаң. Жаңа беші. Торы беші. Ана әлем. Свежее мясо. Вот так. Қайтсеген болады, а? Ну вот, теперь надо отнести все Бухарю. Бухарға барамыз. Дик, слышишь? Бухарь, я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайена? Дик, я все это помню очень смутно. Да, да, ладно, ты поспи немного, я тебе потом расскажу. Когда мы отсюда уедем, Дик? Майк Тандиру залашки. Скоро, уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Да, Дик. Хорошо. Ломанле, мамочка. О'Брайен. Ты меня слышишь, О'Брайен? Ах ты, тварь. Если ты мне не ответишь, тебе... Брайан, тварь. Я знаю, что ты на этом канале. Ты видишь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? Давай, О'Брайен, отвечай! Ух! Ранили! Я знаю, что ты здесь! Я сам блёшь, Тарген. Дик, ты на связи? Ты нашел вертолет? Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? Шах, яха. Да. Да, это был он. Но раз вспомним Сару, что произошло? Граната с Борогом, после пятки. Их послали на юг. Он ее помнит, но не знает, что с ней в итоге стало. Ты же не думаешь, что она еще жива? Что? Нет. Нет, то есть я же не дурак. Я просто хочу выяснить, понимаешь? Хочу выяснить, что с ней... Халхлам, взял стык одыгами. Где она умерла? Может, ты наконец, не знаю, обретешь покой. Да какой нахрен покой? Стою. Ладно, мне пора. Отбой. Есть уже. Ах, я все. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Я вырос в этих лесах. Дед научил меня охотиться. Вот только пригодились мне эти уроки в мире, которого дед и представить себе не мог. Первый домик на дереве я построил, чтобы следить за оленями.
Высота дает преимущество над добычей. Оттуда я и пристрелил своего первого оленя. Мой лагерь и сейчас находится на деревьях. Если хотите выжить и можете принести пользу своим существованием, приходите. Мы примем. А еще дед сказал, что на олене иногда приходится устраивать засаду. Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у водопоя. Сейчас любой может стать и охотником, и добычей. Поэтому, отправляясь по своим делам, будьте настороже. Но самым верным способом сцапать добычу... Громкий безумный. Прекрасно, Коуп! Значит, с дедом вы расставляли силки, а с бабашей клали солонцы! Тоже мне благородные охотники! Ну, теперь уже всем все равно. Все палдыч. Ухарал я сегодня. Только на уровне от Сендер бухал. Можно что-нибудь смастерить. Ух. Дик, да я уж было занервничал. Извини, как-то я замотался. Хамара сан толдырвал, да? Переживем. Эй, Бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. Вышел, Клодин, Бухарь. А, Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я... Запорно вас не сахар. Задание выполнено. Голоден? Как Бухарь говорит, койка зовет. Можно снова в бой. Алло. Şu otuştu oturdum. Kulamasta. Benzin yarım bu kaptı. Doldur olamaz. Ах, его трасса. И на вас вор, а все у нас еще один. То, что надо. Ну вот, порядок. Бир километр, 700 метров. Стреляем машина, ёма. Мараканки. Шмахахуям земля. Извините.
I was gonna hop to you. Amazing. Открываем ворота. О, как дела? Смотри, у тебя тут даже уши есть. Да. За байком... Тильдер Варан сбылся. А, топливо кончилось. Да, тебя А, да ты его заездил. Хош, она не махся была. Читерся была. Увидимся. Привет. Ну, как жизнь? Лиза. Ну, как дела? Они меня не отпускают. У вашего автора. А зачем тебе уходить? Здесь безопасно. Ответ на все. Тяжело. Верховсис. Ясно. Ясно. Они меня не отпускают. Задание выполнено. Отхабаран землю. Что тебе нужно? Вот, хочешь. Секунду, я сейчас. Крутись, давай. Есть. Селам, чихас, смотри. Может, я про поле разер. А, мана. Выбор побочное задание. Сюжетная линия. What do you have, Mike? Oh, yeah. Şu yerde çok taşı malum ama aklım şu yap yaptı. Сахара Атланс. Айз Бухристияр, ойни оқтан баса лайк болсын, каналға обуна болин, комментарий қолдың. Сіз білан кейін қысымды көршінші қайыр, салам оқымын.